может быть, даже какие-то запчасти. Что там? Отсюда, просто поломался. А нам на работу ехать. Множество идей. Будет. Так, что мы появился, как ежики в тумане, вообще города не видно. Да? Мне велосипед стридом. Ну, даже приблизить. В завтрашнем видео покажу. Еле-еле угадывается контуры. Покажу. То есть я купил, но все придется продать. Потому что я планирую. Я сейчас на улице Шевченко. Вот смотрю, в каком состоянии тут сейчас дома. Каждый раз прохожу между улицей Поторжинского и улицей Шевченко. Вот это идет строительство. А там наша крутая улица Южная, на которой вот эти вот высотные дома построены. Ну, через время можно будет посмотреть, и что ж тут произошло. Краны работают. Да, работает. Какой-то груз тянут. Угу. Продажа квартир. Вот как это здание будет выглядеть. Ну что, ну прикольно. А пока вот так. В центре города готовятся уже к новогоднему катку. Каток здесь будет. Интересно, как-то основание. Что-то песок, еще что-то будет. В общем, все на полном серьезе. Внизу он бетонные плиты. А сверху тоже он, я смотрю, плиты. Потом песок. И что-то еще он накрытое. Еще потом сверху покрытие какое-то будет. Да, уже к Новому году готовятся. Бульвар Короленко, как он выглядит сейчас, осенью. Красиво, листва. Листики красно-желтые. А здесь еще зелененькие. Осенью тоже красиво. У природы нет плохой погоды, правильно говорят. Вот как красиво. А это гостиница «Украина».